Джером. Прошу, присаживайся. Думаю, с мистером Сисеро ты знаком. Да, сэр. Здравствуйте, мистер Сисеро. Добрый вечер, Джером. Ты знаешь, зачем тебя привезли? Вы выяснили, кто убил мою маму? Ты ее убил, Джером. Я? Ты разделался с ней на том холме, а мистер Сисеро пустил тебя в свой трейлер отмываться. Он велел вырезать на топоре сатанистскую символику и сбросить его с моста. Сэр, это бессмысленно и обидно. Зато правдиво. Единственное, что мне не ясно, почему он тебе помогал. Думаю, он твой отец. Вы ничего не знаете. Мой отец был капитаном на судне. Я ошибаюсь, мистер Сисеро? Да. Капитан дальнего плавания. Его звали Свен Карлсон. Он погиб в море. И как называлось судно? Он сменил много судов. То, на котором он погиб? Мама не говорила? Мы можем сделать тест ДНК, чтобы выяснить. На получение результата уйдет полчаса. Я прав, доктор Томпкинс? Да. Сэкономьте нам шприц. Ненавижу уколы. Извини, Джером. Что вы хотите сказать? Он прав. Я твой отец. Это вранье. Зачем вы так говорите? Ты наверняка и сам догадывался. Вы не мой отец. Мама бы никогда... Твоя мать была жестокой женщиной, особенно по отношению ко мне. Но когда-то она любила меня по-своему. И она... очень любила тебя, поэтому и выдумала тебя отца получше. Моя мать была бессердечной шлюхой, которая не любила никого. Она бы пальцем не коснулась жалкого, дряхлого подонка вроде вас. Ты думаешь, что все эти годы я тебе помогал просто потому, что я добряк? Не будь ты моим сыном, стал бы я спасать тебя после такого поступка. Мой отец. А вот невезуха. Хотя это забавно. Похоже, эта сука в конце концов подловила меня. Зачем ты убил мать, Джером? Но вы же знаете матерей. Она не видела никаких границ. Я думал, ладно, мам, будь шлюхой. Да будь даже пьяной шлюхой, а вот доставучей пьяной шлюхой не надо. Понимаете? Ничего врать, что я не вымыл посуду, если сама в это время трахалась в другой комнате с клоуном, понимаете? Или нет? Ha 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 ha!